Всем привет, с вами Penny Preps, и это 9-й день челленджа по Easy Drop. Как обычно, пополнился на 250 рублей с багованным промокодиком на 150. Есть у меня два фри кейса доступных, вот их сейчас мы и покрутим. Первый и второй, посмотрим, как выпадет нам. Сколько? 6 грозы? Нет. А, даже... Ух ты, алоха не выпала. Выпала валентность. О, это, в принципе, можно для апгрейда оставить. Все, что от 10 до 40 можно ставить для апгрейда. А что меньше 10, можно будет продать. А что меньше 10... Даже алоха дороже 10 рублей попалась. Ого. Посмотрим, что же нам сегодня день грядущий готовить. Сегодня у нас вторник. Утро еще раннее. Еще у меня сейчас 9 утра только. Я крутю. Крутю бесплатные кейсики. Че, грозу-то дашь хоть одну? А, ну тут осадок, скорее всего, даст, да? Хрусталь. Не, рентген дает. Смотри-ка, рентген дает. 36. Но это тоже для апгрейда останется. Может, конечно, все, что там по 30 рублей попородавать, там и это. Дал, наконец-то грозу дал. А то как без грозы-то, да? То как без грозы-то? Это же что-то, что-то неестественное будет, если грозу не даст. И осадочек. Вот, осадочек. Ну, хоть что-то мы... Так, по традиции, короче, мы залетаем сюдым. У меня есть дисконтик 30%, поэтому будем крутить уже не за 299, а за 209, на 90 рублей дешевле. И будем снова пытаться выбить пушку дороже 200 рублей. Хотя бы что-то дороже 200 рублей. Ну, это вот дороже, по-моему, 200 рублей должна стоить. Да. Как 125? Что-то вообще самого херового качества, что ли? Вот подлюка. Ну ладно, хуй с тобой, что. Давай тогда шерпу. Потрем шерпу. Посмотрим, как повернется нам удача. Какой стороной. Каким боком. Ну точно так же, что от 10 до 40 будет, я... В апгрейды закину. А то, что не будет, продадим, либо оставим. Вот так. Тут, наверное, походу по 3 будет долго. Надо будет, наверное, по 4 крутить. Опять какао. Ну что, ты подорожал какао или нет? 9 рублей ты так же стоишь. Да, пока что ты стоишь. Давай по 4. Давай 3. Давай лесенку. Лесенку сыграем. В лесенку на повышение сейчас пойдем. На повышение. Тут 4 ширпы. Все понятно. Так, давай теперь 5 откроем. Ох, 5 ширпы. А, ну тут синька какая-то, да? Одна. Вандаль. Синька, вандаль. Ну, ничего путнего. С 6. Точнее, с 10 что выпадет. Ну, вот сейчас, а сейчас можно на понижение идти. Как раз 115 рублей осталось на балансе тут. Ширпы навалило. На миллион ширпы навалило. Ох ты, аж на 26 рублей ширпы навалило. Вот это да. Вот это да. Узнаю Easy Drop. Узнаю. Ну, конечно, тут, ёптать, после ножей, после всего, что он мне тут понасыпал. Да. Еще чтобы он что-то выдал. Конечно же, это бредятина полная. Кроме синевы, конечно же. Если он кроме синевы что-то выдаст, это просто будет... Вау, просто будет. What the fuck? Меня больше бесит, что засекреченная эта херня, блядь, дает все дешманскую какую-то шляпу. Точнее, ничего не дает. Глубокий рельеф. Одна. Вот это нормально было бы. Ну и это поканало бы.
Но нет, мне штриховочка прилетела. Три хуйня. Тащи дальше, вот сразу. Дубль, короче, там, лютый какой-нибудь там. Градик за полтораху. И эту за два косаря. Не, ну он-то сейчас уже там подорожал, он уже больше, чем два косаря стоит. Больше, чем два косаря стоит. 2600, по-моему, или 2700 стоит. Или даже 2900, я смотрел. В общем, подорожал он. Подорожал. Так, что тут тоже всякие. Давай до 5 подымемся. На... Да не знаю, может и 10 крутануть. Хотя, черт его знает, по-моему. С 10, по-моему, смысла нету, как и с 5. Сколько? 18 рублев. Давай вниз пойдем. Десятку смысла нету, думаю. Просто что быстрее сольюсь. Быстрее сольюсь, быстрее до апгрейдов долечу. Апгрейды будем на финалочку делать, смотреть. Хотя вчера тоже у меня и апгрейд залетел, поэтому сегодня ждать, что залетит, тоже смысла нету. Сколько видос пишем? 6 минут. Ну, уже пора заканчивать. Ну чё, давай, да ёпта, до места преступления. Так, какао. Чё-то какао какое-то дорогое, да, подкинул мне? Прям дорогущее какао подкинул. Ну, тут... Либо тек, либо тек. Либо тек, либо тек. Либо так. Ой. Там аж смотреть больно, когда такая серая масса падает. Больно смотреть аж прям. Ой, что же это падает? Ужас, ужас. Алло, админы. Алло, админы. Вы еще спите, что ли, блядь? Просыпайтесь, суки. Так. Чё ты мне тут давал? Надавал. Тебя в хлам. Тебя. Ну, на апгрейды что-то штука. 5 или 6 скинов для апгрейда есть. 5 или 6 скинов есть для апгрейда. Посмотрим, чего выйдет с апгрейда. Ну, конечно... В принципе, я знаю, что выйдет с апгрейда, да и вы знаете, что с апгрейда выйдет. И все же, конечно, изи-дроп может удивлять. Может удивлять, может радовать. Посмотрим, сегодня ли тот случай, когда он удивит, порадует или нет. Ну, тут либо Гали, либо Бизон. Ну, тут хер редкий не слаще. Ну, наш на один кейс наскребли. Насосали, да, на один кейс. И как вот накрутили на один кейс, правильно будет сказать. Накрутили на один кейс. Песчаное напыление. Все, это... Так, что? Так, мы, короче, все, что дешевле 40 рублей, сейчас закидываю я в апгрейды. Начинаем с лохов. С алохов. Начинаем с алохов. Да ладно, блядь. Только я бы лучше тогда Франклина, вот этот рентген бы заебашил. Ну ладно, дал так, дал, чё ты, блядь, я... Это чё, тот день, когда изи-дроп может удивлять, да? Ну ладно, хуй, деп отбил и на этом спасибо. Отбил деп и на этом спасибо, как говорится. Блядь, я думал, что если вторая зайдет, я бы тогда охерел, если бы сейчас вторая бы зашла на вот эту дешмань, это просто было бы ударом... По яйцам, честно, удар прям по яйцам. Ну, неприятно было бы. Ну, сколько тут? 125, и там еще за 140 пушка залетела. Да, значит, отбил я деп сегодняшний. Ну, чуть-чуть.
На чуть-чуть, но в плюсе. На чуть-чуть, но в плюсе. Ну, конечно же, да, то есть там мне там в комментариях напишите, что продавая по моменталке через эти там Акихабара 263. Ого, блядь. С таким баугом я побегал. Напишите в комментариях, что продавая по моменталке, цена будет намного ниже, а если вывести еще и того меньше, короче, да, то есть, ну, тем не менее, я сейчас 250 закинул, скинов выбил на 260. Я беру. А рентген-то зашел. Блять. Подожди. У меня не... Вот, у меня еще за 31 рубль есть скин. Слушай, как я так лоханулся, поставил скин за 36 рублей вместо 31. Охереть. Сейчас бы у меня было 300... Ну, блять, а где... А вот он, ты как я тебя не увидел-то? Ты мне как там? Не, ну охереть, два апгрейда на 10% залетело. Это просто супер. Это просто супер, блядь. Все, да, все. Ну вот, вот получается. Вот, вот и вот. А я-то, ну, блядь, X2 сделано железно. Сколько это? Вот, ну давай глянем, сколько сегодня. 14177 сейчас на балансе. 14177, ну сок, сок просто, я чё, ну... Ну да, сегодня тот день, когда EasyDrop может удивить и порадовать. Сегодня именно тот день. В общем, ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч. А, да, промокодиком пользуйтесь. Он, короче, где-то вот здесь. Нет, нет, или где-то вот здесь, короче. Вот здесь вот, короче, там промокод под вебкой. Вот им пользуйтесь. Все, давайте.